Они какие-то такие красные. Да. Не тяплю. Гранаты он, медведи едят, дыни. Я в этом году дыни еще не ела с арбузами. Брали один раз, два раза удачно, а потом что-то не ела. Я вот все никак не соберусь, мне все некогда. Все видео, да, видео, 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 мне некогда даже. Кто бы пришел дома, приготовил пожрать. Ну, да. Ой, вот я сейчас в отпуске. Наш Генрих. Назвали же его Генрих. Вельный, это розовый этот наш. А красные из Чехии приехали. А, вон та, да? В Ростов, в Ростове их навалом Нина когда снимала, но там просто вот на огромное количество. А у нас... Не, ну, главное, они у нас живут. Да, да. Климат, вот сколько уточек. Он такой энергичный человек в движении. Лебеди, вон сколько птиц поприлетало. Вон сколько уток, вот. О, сколько их там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все гуси, лебеди. Чужих птиц навалом. И еще эти пасутся, голуби. Ну да. Голуби-то они нигде не пропадут, с воробьями. Да. Вот везде живут. Много-много. А сороки? И сороки тоже. Это... Уже по часам знают, когда что приносят. Ну, они все искают одна все. Не, не ем гуся. Я сейчас вообще все на диете. Уже три года. Да. Уже три года диета. Гар. Ну-ка, крякни нам что-нибудь. Не лебедей, не лебедей, не гусей не ем. Гуси, га-га-га. Это ж лебеди у нас. Ты лебедь? По-моему, с длинной шеей. Да, это лебедь. Фу, я так никогда не слышу. Курлык-курлык. И то, кукур, и тот тоже. Пойдем, пойдем, лебедь. Да. Пойдем. Идет главное, да. Вот. Пойдем, пойдем, да, покажи, и что-то там, говорят. Ваша хозяйка где? О, надо же. Ведут нас. Вот лебеди, да. Три. Все тут семейка. О, думаем, что-то дадут? Нет, мы ничего. А еще черный же где-то есть. А это там, где мишки, туда идти, где ягуары. Я их снимала как раз последний раз. Карты. Надо же. Я первый раз слышу, что прошайки. Лебеди, ага, так разговаривали. Надо же. Дайте, дайте. Ну нету. Я не думала, что на озеро пойду. Я бы хлеба. У меня только черный хлеб. Я только черный ем. Надо же, кто же знал? Вот еще... Ну, какое шикарное дерево вот это. Вот ты что за вот дерево-то? Вот даже оно само по себе так выросло или его преобразовали? Да нет, наверное, само. Ну, кто бы его сейчас подстригал сверху? Ну да. Вот сколько уток. Мы его проходили, даже не посмотрела, что за дерево такое. Вот сколько. Вот там фламинго. Вон там далеко фламинго. А это гуси всякие. Вот они, гуси. Гуси попрятали свои головы. Вон их сколько. И голуби тут тусуются. Уверенно. Вообще кошмар. Море. Море. И голуби, главное, там. Вот раздолье-то.